идем по этому оазису и видим разных попугаев. Вон, пойдем, покажу. Один сидит такой, семечки щелкает, вот. Ну, мы так движемся, а вон другой зеленый. Тоже покажи его. Вон зеленый. Вон, кричит. Вот. А мы идем дальше. Ага, он там показывает. Вот. Маленький вон тут, желтенький, да, есть. И, короче, идем и слышим. Думаю, кто это свистит? Кому это свистят? Подходим, вот эти два сидят огромных. Я таких никогда не видела. Это бразильские написано, попугаи. Они вот, ну, вместе с хвостом, наверное, ну, метр точно. И вот видно, они это так два свистят. Метра. Ну, метр, почему два? Метр? Ну, посмотри, от начала до конца. Говорят. Вообще, обалдеть. Солнца здесь достаточно всегда, поэтому наш экскурсовод рассказывает, что 40% энергии вырабатывается солнечными батареями. А еще он сказал о том, что ветер и, соответственно, ветряная энергия. Но я думаю, все-таки главный доход – это туризм, потому что он говорит, вот видите, мусор сколько собирает, мы едем, целая машина. Он говорит, вот так за день набирается мусор, целая машина с острова, и, наверное, не одна. И, говорит, вечером мы ее, весь мусор везем на Мадейру. То есть там он будет уже утилизироваться. А здесь мы его не утилизируем. Еще он рассказал, что они делали раньше здесь газированную воду. Это меня очень удивило, потому что воды-то на острове фактически нет. Но сейчас, говорит, мы этим не занимаемся. Сейчас мы ничего не экспортируем. Зато мы импортируем пиво. Это понятно, раз столько туристов, то им нужно пить. И, наверное, не только вино, но и пиво. Ну, вообще шикарно, очень нравится. Муж говорит, если бы мы не взяли эту экскурсию, да, мы сюда бы... Ой, смотри, какая крошечная птичка вот сидит. То мы бы, конечно, сюда не добрались. Мы бы по... берегу погуляли, по городу погуляли, отель бы увидели, конечно, вот, который все включено, занял первое место в Европе по уровню сервиса, вот, именно здесь, в Порту-Санту. Но этого бы мы не увидели, ну откуда, сюда бы мы не добрались. Может, на машине люди сюда доезжают. Ну, шикарно. Рыбы такие диковинные, которых мы видели, конечно, в Японии. А вот попугаев таких огромных нигде еще не видели. А тут, ну, я надеюсь, не крокодилы. Что-то тут так все загорожено. Ну, никого не видать. Что тут может быть? Ну, я думаю, что-нибудь тоже интересное. Если увидим, потом расскажу. Всем привет с Порту-Санту!